Здравствуйте, дорогие друзья! Я снова вас приветствую на своем канале. Перед вами пара Амадин со своим первым выводком. В предыдущих роликах я снимал видео о паре Амадин. Самочка, вот она белая, первая сидит, а самец сейчас получается третий. У него немножко такие рыжие щеки, переходящие на затылок, он как бы рыжий. И я надеялся, что птенцы будут тоже на него похожи. Но птенцы получились абсолютно все разные. Не похожи ни на отца, ни на мать. Сейчас попробую вам ближе снять. Они тут разлетаются. Вон они все. Вот сейчас четвертый, он очень интересный получился. Расцветки. У него брюшко как бы кофейное, а сам белый. Вот два детеныша. Получается две самки в потомстве и один самец. Живут они у меня здесь, на территории канареек. Вот здесь такой незамудренный провод к люстре. Вот они его облюбовали, сидят. А вот на заднем фоне вы видите канарейки. Это значит молодежь. Это моя молодежь 2018 года. Обратите внимание, орликинов мало. Но если есть, то очень немножко небольшие крапушки. Надеюсь, то, что на следующий год будет совсем без орликинов. Ну, хотя орликины тоже многим нравятся и поют они хорошо. Ну, ладно, об канарейках в другой раз. Это вот, кстати, одуванчик кушает. Перейдем к амадинам. Итак, друзья птицеводы, перед вами семейство амадин. Эта пара привела мне первый раз. Три птенца. Сейчас покажу, в каких условиях они живут. Вот здесь, вот это вот круг, это вентиляция. Так вот расположены клетки для канареек. Здесь есть окно. Окно открывается. Амадины вылетают на улицу, вечером возвращаются на ночь. Нет, это на самом деле шутка. Здесь москитная сетка стоит, и амадины улететь не могут. Ну, я держу окно закрытым, когда меня здесь нет. А когда я здесь присутствую, окно открываю, чтобы кошки не поломали. Итак, амадины живут вот в таком домике. Вон он, скворечник. Кормятся вот с той кормушки. Очень любят они белая проса. Немножко любят они красная проса, канареечное семя. Ну, это в основном их корм. Также еще можно магар добавлять, чумизу. Вот в этом домике у амадин уже образовалась вторая кладка. Я особо там не мешал им. Теперь вот вылупились птенцы. Сейчас я вам их продемонстрирую. Пока родители отсутствуют. Вот обратите внимание, они сюда натаскали, что нужно и не нужно. Так, видно? Вот так крышка снимается. И здесь, если присмотреться, то можно увидеть маленьких птенцов. По количеству непонятно мне даже. Попробую посчитать их. Но считать не буду, потому что считать надо осенью. Или вообще не считать. Это их тут два, что их тут считать. В общем, смотрите, какая красота получается. Один кофейный. Видно, да, вот крылышко кофейный будет. А другой. Вот такого какого-то окраса. Обратите внимание, они вон ротики открывают, кушать просят. Я хочу показать вам зобики, что зобики накормлены. Ага. Не так-то это и просто взять его в руки.
В общем, ладно, не будем долго их тревожить. Подрастут, наберут цвет, вылетят с гнезда. Тогда покажу красоту, какая получилась. Все. Закрываем домик. Кстати, хотел сказать, когда держал Амадин стаей в вольере, вот в этот домик никто никогда не садился. Все выбирали домик вот с таким входом. А вот этот квадратик почему-то не любили. Эти полюбили. Я им тут ставил несколько домиков. Они полюбили этот. В общем, вот таким образом живут амадины. Довольно-таки неплохо себя чувствуют. Вот там они на картине. Любят сидеть, когда я прихожу. Как-то была мысль приручить их, чтобы с рук ели, но слишком они пугливые какие-то. А сейчас их тут пятеро, и один полетел, и за ним все полетели, то есть эффект стаи. Вот на этом столе я кормлю вам этих канареек. Ну, там режу яйца вареные, куриные, для канареек, для птенцов. И пока я отворачиваюсь, то вот эти амадины довольно-таки шустро налетают и клюют это яичко. Вот посмотрите, они его уже пощипали. Вот видите, здесь, здесь. Это была атака амадин. Вот белок любят хорошо, ну и желток тоже хорошо, но вот таким образом они едят. Также, вон, видите, они лазят по подоконнику. Подоконник, конечно, они уже пометили хорошо следы. Надо будет потом все-таки их убрать и все это дело почистить. Здесь вот делаю для киноров. Кстати, здесь внизу сидят самки, которые будут в этом году размножаться. Сейчас они... Я весной не успел, до них очередь не дошла, они в линьку ушли. Сейчас у них линька в полном разгаре. Так что, думаю, может быть, в сентябре начну с ними работать в плане разведения. Здесь вот сделал отсеки для молодых киноров. Кстати, вот этой моей молодежи примерно 3-4 месяца. Я сейчас покажу, вчера заметил кинорёнок поет, отсадил. Сейчас покажу вам. Вот отсадил в такую небольшую клетку. Вот такая вот у него расцветка. Видите? Орликинка и самый первый запел. Прям застеснялся. Не хочет попозировать. Вот, видно. Вот такой молодчик. Петь начал. Благодарю всех за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, пишите комментарии. Всем до скорой встречи!